В столице Чувашии прошел конкурс профессионального мастерства среди сварщиков и их наставников. Чья команда победила, расскажет Юлия Важенина. Не просто сварить деталь, но и показать работу в команде. Такая задача стояла перед участниками конкурса. Причем в тандеме работали ученики и их наставники. Мы будем оценивать по мировым стандартам. Очень много критерий. Все швы, которые есть на этой конструкции, это сварных соединений, тавровые, стыковые, они прописаны у нас. Установлены баллы, которые максимально можно набрать 25 баллов. Будем учитывать время сварки практикантам, сваркой наставникам и качество зачистки. Конкурс такого формата проходит в Чебоксарах во второй раз, и количество участников увеличилось. В этом году за звание лучших в своем деле сражались 10 команд. Мой ученик сваривает конструкцию. Я наблюдаю за этим, подсказываю в случае чего, чтобы плохо не сварил. Задача несложная, но для практикантов, я думаю, сложная, потому что конструкция первого класса идет. Владислав Волынов, как и все наставники, сварщик завода «Промтрактор». Его ученик – студент третьего курса Чебоксарского электромеханического колледжа. Я решил принять участие в конкурсе, чтобы попробовать свои способности. Как бы можно повысить свою квалификацию. Но сварить надо, получается, емкость, которая будет проверяться под давлением. Просто надо как бы настроить нормальный аппарат и... Как бы все зависит в основном от способностей самого сварщика. В итоге команда Владислава и Виктора стала бронзовым призером конкурса. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.